Да, теперь не шевелим. Нет, у нас было мое против. У нас было лёжки по там. Ну, у нас так проще просто. Короче, кто выходит? Да мы выходим по-любому. Кто сидел, тот выходит. Тут же 8. Одна группа, давай опять сведёмся. Ещё раз опять. Да? Сидём не до конца, не вышли. Да. Ага. Хороший, хороший. Тогда у нас круговая система, как всегда. Кто проиграл костёл? Да? Можно, кто выиграл? Антон будет по 350 рублей. Не, по 360 достаточно. 700 за двоих. Раз попал. Блин. Этот раз попал. Да, этот раз совсем не попал. Я думаю, что в этот раз совсем. 5-2. Аутище 7-7. Аутище. 8-8.
Да. Я оттуда сыграл, какой зал? Он мне нормально прям подруг. Я победил.
А можно такие паузы делать, Леша, в игре? Сделай, что я этого не заметил. Ну да. Он же сначала сетку коснулся, вала. А, а почему? А, перепон. Ну, у нас же 6 человек. Тот победил, тот остаёт. Ну, вдруг Антон скажет, что нет. Yeah.
Я сам знаю, что мне не так. Три-два. Фига себе. Два. Ну не, ну что ж, отсетки. Ну Антонио пробивает, ну это вообще. За второй раз на сегодня. Давайте разобьем нас. Нет. Не важно. Не, ну если мы сейчас еще выиграем, брат. Ну и что? Можно поменять. Мы с тобой, Леша, да? Мы готовы. Ну, мы решаем.